Всем привет! Вы смотрите видео на gagadget.com, и сегодня мы с вами поговорим о смартфонах линейки Samsung Galaxy Family. Линейка Samsung Galaxy Family состоит из 4 Android-аппаратов бюджетной и средней ценовой категории. Перечислю все их по именам: Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy Fit, Samsung Galaxy Geo и Samsung Galaxy Ace. Собственно говоря, обзоры телефонов Mini, Geo и Ace у нас на сайте были подробные. Вы можете их поискать на gagadget.com. А сейчас я постараюсь кратенько сравнить эти аппараты между собой. Начнем с двух младших моделей в линейке. Galaxy Mini и Galaxy Fit. Как вы можете видеть, телефоны имеют, в принципе, одинаковый размер. Несколько у них отличается материалы корпуса. В случае с Galaxy Mini мы видим такую вот веселую зелененькую окантовку и заднюю крышку из достаточно дешевого глянцевого пластика. В случае с Galaxy Fit пластик матовый, более качественный, такой приятно шершавый. Рельеф его скрывает царапины и грязь очень хорошо, чего не скажешь про Galaxy Mini. Еще одно различие этих аппаратов – это экран. И у того, и у другого телефона он имеет разрешение 240 на 320 точек, но при этом диагональ экрана у Galaxy Fit составляет 3,3 дюйма, у Galaxy Mini он составляет 3,1 дюйма. А еще можно обратить внимание на то, что у Galaxy Fit стекло защитное, которое закрывает экран, оно, как вы видите, не плоское, а такое приятно изогнутое. Можно сказать, как на старых телевизорах типа КВН, шутка. На самом деле, самым главным отличием между двумя этими телефонами, Galaxy Mini и Galaxy Fit, является камера. В случае с Mini мы имеем дело с самым простым, не автофокусным 3-мегапиксельным модулем, в то время как у Galaxy Fit камера 5-мегапиксельная и автофокусная. Собственно, на этом разница между ними заканчивается. Повторюсь, что разница в цене между этими моделями составляет примерно 400 гривен. Так что, если качество камеры вас не особенно интересует, то, наверное, Galaxy Mini будет более привлекательной покупкой, чем Galaxy Fit. Следующие два телефона, о которых мы поговорим, это Galaxy Geo и Galaxy Ace. Различия между ними практически такие же, как между Galaxy Mini и Galaxy Fit. Ну, во-первых, мы можем видеть, что Galaxy Geo меньше по размерам и имеет заметно более маленький экран. Размеры экрана составляют 3,5 дюйма у Galaxy Ace и 3,2 дюйма у Galaxy Geo. Несмотря на это, разрешение экрана у них одинаковое. 320 на 480 точек, что, в принципе, вполне достаточно для Android-смартфонов средней ценовой категории. Материалы корпуса, опять же, довольно разные. У Galaxy Geo рельефная крышка, у нашего экземпляра Galaxy Ace черный глянец, но на самом деле в продаже он существует в двух экземплярах. Это белый глянец, на котором не видно отпечатки пальцев, потому что он белый. Или черная крышка, но примерно вот такая же матовая, рельефная, как у Galaxy Geo. Опять же, важным отличием между ними, наверное, даже самым важным, если можно так сказать, является камера. 3 мегапикселя с автофокусом у Galaxy Geo и 5 мегапикселей с автофокусом и светодиодной подсветкой у Galaxy Ace. И
Итак, давайте еще раз посмотрим на различия между разными смартфонами Samsung Galaxy Family. Samsung Galaxy Mini оснащается процессором с частотой 600 МГц, экраном с разрешением 320 на 240 точек и 3-мегапиксельной камерой без автофокуса. Samsung Galaxy Fit оснащается таким же процессором, экраном с разрешением 320 на 240 точек, но большей диагонали, и 5-мегапиксельной камерой с автофокусом. Samsung Galaxy Geo оснащается экраном с разрешением 320 на 480 точек, процессором с актовой частотой 800 МГц и 3-мегапиксельной камерой с автофокусом. И, наконец, топовый смартфон линейки Samsung Galaxy Family, Samsung Galaxy Ace, оснащается процессором с частотой 800 МГц, экраном с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 320 на 480 точек и 5-мегапиксельной камерой с автофокусом и светодиодной подсветкой. Стоимость телефона составляет 1600 гривен для Samsung Galaxy Mini, 2000 гривен для Samsung Galaxy Fit, 2000 гривен для Samsung Galaxy Geo и 2500 гривен для Samsung Galaxy Ace.